Ассаламу алейкум всем. Здравствуйте. Это видео, с этим видео я хочу обратиться ко всем, к моим соотечественникам и ко всем таджикам, узбекам. Последнее время, когда я со своими друзьями, или же в комментариях, или же в любом месте, когда говорю на таджикском, я вижу там в комментариях, мне пишут, почему ты на таджикском говоришь, ты в Узбекистане родился, почему тогда узбекским флагом выходишь, если ты на таджикском говоришь. Такие вещи я видел, неприятно, конечно, видеть такие вещи, там еще братья наши таджики, братья узбеки ругаются друг с другом. Я Адашев Зарух, родился в Узбекистане, в городе Самарканд. Я гражданин Узбекистана, я вырос там. Но, одно но, по нации я таджик, я это изменить не могу ничем. И я не буду лицемерить то, что говорить всем, я узбек, и с моей мамой, с папой, с домашними, со всеми на таджикском говорить. Я такого делать не буду. Я такой, какой я есть, я кто я есть. И все. Кто уважает, мою нацию уважайте. Если нет, это ваше право. Но я такой родился. Принимайте меня такой, какой я есть. И не знаю, чего больше вам сказать. Я такой родился и таким и умру. Нацию никак нельзя изменить. Я таджик, и все. По нации я таджик, но представляю Узбекистан, потому что это моя родина, где я родился и где я вырос, и я гражданин Узбекистана. Пожалуйста, не ругайтесь у меня в комментариях, и это мне неприятно видеть, как таджики обзывают узбеков, как узбеки таджиков обзывают. Это неправильно, я считаю. И я буду представлять свою родину, где я родился, где я вырос. Это не вам судить, что мне представлять и на каком языке мне говорить. В Узбекистане есть 10, 12, 15, 20 наций. Все на своем языке как хотят, так и разговаривают. И также в Америке. Я в Америку приехал, тут никто мне не говорит. Когда я работаю, говорит, ты гражданин Узбекистана, ты таджик, ты не можешь на своем языке со своими разговаривать. Это каждый человек имеет право, на каком языке он хочет, на таком и говорить. Ассаламу алейкум всем, спасибо всем за поддержку. Надеюсь, поймете вы меня.